Всем привет! Вы на канале Покупки на диване. У нас новая посылка, сайт ASOS. Огромный мешок. Так, посмотрим. Первая вещь — это кроссовки. Кроссовки фирмы ASOS. Вот такие. Они не кожаные, какой-то там обычный материал. Эко-кожа. Белые, простые. Они были недорогие, ну, я не знаю, как они будут, конечно, носиться. Скорее всего, они максимум на один этот летний, весенне-летний сезон и все. Следующая вещь. В общем, такие виниловые брюки. Ну, как леггинсы. Они в линейке Tall. То есть они должны быть хорошей длины. Это тоже ASOS бренд. Вот бумажка. В общем, такой типа виниловый spray on vinyl. Ну, такая достаточно яркая вещь. Но мне захотелось такую заказать. Следующая вещь. Это свитер. Он тоже бренд ASOS. Да. Ну, такой очень приятный розовенький свитер. Он мне очень понравился, я его взяла, не дожидаясь там скидку какую-то. Ну, я смотрю, что он такой достаточно короткий. Ну, посмотрим, как он будет выглядеть. Так, и последняя вещь. Это не ASOS, это Vera Moda. Свитер, который на сайте был, абсолютно белым. В жизни он оказался такого молочного цвета. Вот. Но это такой подлиннее.